Желание скидки. Всем привет! В октябре легкую куртку лучше поменять на комфортное и модное пальто, которое согреет в холодные дни осени. В интернет-магазинах на осеннее пальто предлагаются интересные скидки. Недорогие модели можно купить от 3 500 рублей. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! В интернет-магазине Toto Group предлагают осенние текстильные пальто со скидкой в 70%. К примеру, модель, которую раньше предлагали за 15 990, теперь можно купить за 4490 рублей. Большой выбор цвета. Есть модели серого, белого, розового, фиолетового и цвета беж. При заказе на сайте впервые к 70% скидке добавляется и 5%. Есть модели со скидками в 40 и 50%. К примеру, пальто цвета слоновой кости вместо 9 900 рублей можно приобрести за 5 590 рублей. Интернет-магазин «Ла Мода» также предлагает осенние пальто разных фирм со скидками. К примеру, пальто фирмы «Авалон», которое изначально продавалось за 22 100 рублей, теперь можно приобрести за 14 089 рублей. Пальто фирмы «Вивальди» стоило 14 900, теперь продается за 10 990. На сайте есть модели из разного материала – на пуговицах, поясе или замке. Помимо однотонных представлены модели в клетку разной крупности и в геометрический рисунок. На сайте интернет-магазина «Озон» также предлагаются модели со скидками. Пальто фирмы «Авалон», которое стоило 15 300 рублей, сейчас стоит 5 676. Стеганое пальто серебристого цвета, которое продавалось за 11 480 рублей, сейчас стоит 5 248. Кроме того, по промокоду предусмотрена дополнительная скидка в 15%. Обратите внимание, выбор размеров некоторых моделей ограничен. Современная мода не диктует строгих правил при создании комплектов с демисезонными женскими пальто. В зависимости от личных предпочтений носить их можно как с женственной одеждой и обувью на высоком каблуке, так и дерзкими джинсами-бойфрендами и грубыми ботинками. Среди большого разнообразия образов можно выделить следующие модные тенденции. Модели оверсайз принято комбинировать с зауженными брюками и туфлями на каблуке или с джинсами и кроссовками. Пальто-бомберы часто встречаются в комбинации с джинсами, скинни или шортами, дополненные кроссовками, сникерсами или слипонами. Для создания женственного элегантного образа выбирают пальто-халат или модели классического приталенного силуэта. Для создания неповторимого образа летнее пальто для женщин рекомендуется дополнять различными аксессуарами. Например, для прохладной погоды подойдут текстильные шапки, фетровые шляпы, различные шарфы и платки. А для более теплой – легкие шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки или крупные украшения. Цвет пальто подбирается в соответствии с цветотипом внешности и общей концепцией комплекта. При этом пальто может выступить в качестве главного яркого акцента в образе или может быть выполнено в одной цветовой гамме с другими вещами в комплекте. Не теряют своей актуальности и одноцветные тотал-луки. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!